всем большой привет из Владивостока! И мы сегодня находимся на нашем любимом месте, набережной Цесаревича. Мы же вам рассказывали, что это необычное место. Здесь собираются люди, которые увлеченные люди. И мы сегодня здесь встретили наших друзей моноколесных. И прежде всего, но вообще-то не только, потому что они тут катаются на бордах, самокатах. Вот. Меня вы уже знаете, знакомьтесь теперь с нашими друзьями. Катя. Витя. И Соня. Ты кто, Миша? Мальчик? Вот. И мы... Ну, меня представлять не надо. Да. Вы нас с Владимиром уже знаете. Несмотря на такую погоду, море улыбок, отличного настроения и любви. Это факт. Неоспоримый. И еще мы ждем нашего друга. Большого друга нашего, которого не Ну, именно большого друга. Да, большого друга моноколесного. Олега. Так что вот сейчас будем все тут куролесить. Какие молодцы ребята. Вообще. Вот семья. Суперсемья называется. И уехали дальше. И малая там куда-то. Красавица моя. Вот, так, вот такая вот у нас. Вот чего я не могу делать, это прыгать с колеса. Хотя мне хаос, если так говорить, то что прыгать? Я еще говорю, под колесами. Да? Раз, смотрю, прям. Да вообще здорово. Наши друзья моноколесники. Какая молодец. Да. Я тоже буду. И? Экипа. Можно? Давайте. С такой завидкой смотрю вот на такие вещи. Владение телом, капец. Давай скорость. Катерина вон что вытворяет. Молодец. Ирина рядышком. Куражится. Какие молодцы, ты посмотри. Ну давай, еще разочек. Фан, сплошной фан. Да. Было не было, да? Да. Так, Виктор. Ну что? Все отлично, Катерина. Хорошо. Всего доброго. Давайте. До свидания, молодежь. Да. И обязательно на площадку ту да. приедем. Да. Телефончик же. Есть. Все. Да. Я подобрал тот камушек. Пока.